Здравствуйте, мои дорогие друзья. Добро пожаловать в прекрасный летний лес на исходе июля. Только зашел, вы посмотрите, какой красотой привечает нас милый лесочек. Вот таким вот беленьким грибочком бесподобным. Прекрасного вам, друзья, настроения, отличной нам всем прогулки и хорошего вам дня. Добрый путь. Ну вот пока что по ощущениям вроде как поменьше маленько стало беленьких еловых. Но они есть, и это здорово. Пока что рыжики собираю в основном. Маленькие, хорошие. Пойдемте, тут еще один где-то поблизости был. Бочоночек прекрасный. Вот такие вот грибочки. Ах, красота какая, да? Как же здорово, да, вообще картинка. Класс. Вот как они, рыжики, иногда прям в амху растут. Малыша возьму для компании. Все это добавится у меня в кадочку. Там уже рыжики ожидают нас. Па. Ох, рыжичек. Красавец. Некоторые ножки я беру, друзья, чтобы пожарить. Вот, дабы вопросов не возникало. Просто обожаю рыжики практически в любом виде. Такая вот картиночка. А? Как вам, друзья? Красота, да? Ну все, сейчас подрежу. Продолжаем гулять. О, какой. Ну, посмотрите, как на солнышке греется красиво. Да, значительно меньше их стало, но они есть, попадаются. В принципе, меня рыжики более чем устраивают. Ну сколько нам можно эти белые собирать, правильно? Вот, а тут такое вот разнообразие, прекрасное в виде рыжиков, которые недавно припожаловали в наш любимый лесочек. Ах, маленький такой богатырушка. Ну вот, друзья, нам повстречался и белоножковый, и подосиновик. Давай-ка, дружочек, иди сюда. Ох, какой хороший. Вот такой вот красавец. Здорово. Друзья, для меня это просто маленькое какое-то чудо. Вот взгляд зацепился сначала за этого белоножкового. Потом найден был, обнаружен еще один. Осмотрелся еще тут третий. Четвертый. Пятый и шестой. Это их папочка, видимо. Или мамочка. А? Здорово. Вот это семейка. Потрясающе. Вот это находочки. Вот какие красные береты у нас получились. Не часто, конечно, но они все-таки попадаются. Опа. Ой. Мошкара какая-то. Вроде ничего. На плесень проверял. Вот. Еще его, братик. Тут что-то какая-то ножка некрепкая. Она подъедена. Ну, по-моему, третьего вижу. Да, действительно, третий. Малыш, тоже полножки съели. Хоть так, но попадаются. Всему рады, друзья. Традиционно. Ох. Ну как, кучно они, да? Рады приветствовать меня.
Там дальше еще. Если так поискать повнимательнее, то еще увидим. Хорошо, хорошо, есть рыжики, друзья. Я рад неимоверно. Это трудоемкий процесс. Они маленькие, их много. Нужно наклоняться за ними. Но я счастлив. И потом еще и обработочка у нас будет. Это тоже непросто, но все равно. Я готов на эти жертвы ради этого вкуса. И это потрясающе вкусно. Да. Ну и благодарен лесу за эти подарки, конечно же. Да, птичка, где ты там прячешься? Покажись. Ребят, вот как-то так и получается. Ходишь, бродишь, ищешь рыжики, а тут вот такое вот чудо стоит. Ножку, конечно, там подъели, но крепенький. А рядом еще и братик. Ну, красотища. Ох, как здорово. С треском, с хрустом таким выходит. Ох, а этот? Ну-ка, парень. Ох. О, как. Здорово, друзья, да? Просто картина маслом, да, друзья? Ух. Давайте, дружочки. Опа. И ничего. А рядом еще. И еще. Ух. Что-то тут какие-то москиты одичалые, честно говоря. Не хотят отдавать мне рыжики. Понимаете, вот конкуренция. Ну ладно. Еще немножко побродим, я думаю, друзья. Знаешь что, времени еще полно. Можно вдоволь нагуляться. Ох, костяника уже. Какая спелая. Еда моя лесная. А, хорошая ягодка. Немножко кислит, конечно, но все равно вкусненько. Ну вот, на рядышком вот такой вот дружочек. Что-то там, по-моему, у меня конкуренты, друзья. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Снова история повторяется. Вы посмотрите, друзья, вы извините, пожалуйста, все. Ой-ой-ой. Прям в муравейнике. Это же надо. Вот второй раз у меня уже за сезон за этот. Подобная история происходит. Как же так? Извините, дружочки, что это потревожил, я не знал. Ёлки-метёлки, как так? Ну, ребят, я не знаю, вам оставить грибочек или что? Кошмар, посмотрите, какая суета началась. Спасают яйца. Ну, правда не знал, ну что я могу поделать? Я больше так не буду. Ладно. Идемте дальше. Вот такое вот событие безрадостное приключилось, но такое случается, видите, по неосторожности. А как вам такая картинка, друзья? Рыжик, а на заднем плане беленький. Ну, просто красотища. Ух. Вот так вот грибочки у нас растут. Дружненькие такие, да? Ну что, ребят, очередной ельничек обернулся для меня очередным сбором рыжиков. Гнем спину за красавцами. Ну вот, иногда что-то проскакивает.
помимо них. Вот. Небольшие, как правило. Покрупнее встретились на входе, но они... Так, шляпки только взял. Грибников поменьше, но они есть. В первом ельничке встретил пожилую пару. Ну так, поболтали классно. Очень удивились, что я рыжики собираю. Говорят, вы первый, кого мы видим, что в этом лесу рыжики собирает. Я говорю, ну странно. Не знают, что ли, грибочек? Говорят, ну, видимо. Вот. Ну и сошлись мы с ними на том, что все-таки, да, сход слоя очевиден. Еловых белых. Но они все еще есть. Вот так вот. Ну что, вперед за орденами. Друзья мои, по-моему, на моем пути повстречался какой-то супер-рыжик. Ну, на сегодняшний день, по крайней мере, самый крупный. Сейчас извлечь бы. О-о-о, дружочек. Ну, конечно же. Ну, ладно. Вставляем тебя. Маленький только что подосиновичек нашел. Не стал снимать. Но вот огляделся и понял, что все-таки включу камеру, покажу. Слушайте, ну больше стало подосинового попадаться. Это радует. О, какой. Наклонился такой, в поклоне, да, такой. Здравствуйте. Вот так вот. Здравствуйте. И шапка похожа какую-то, я не знаю, на какую-то китайскую, что ли, я не знаю, рикш какой-то такой на велосипеде там своем. Очень высокая степень маскировки, конечно. Засел так в засаде, чуть-чуть приподнял слой хвои и наблюдает. Дружище, ты меня прости, но я тебя... Ты обнаружен, в общем. Так что позволь тебя пригласить в корзинку свою. Ой. Прикроем твой люк. Ой, какой славный дружочек. Отлично. Какие краски, друзья, а? Превосходно. Там дальше продолжается эта семейка. О, там я там вижу еще и очень здоровый переросток. Шампиньон перелесковый. Слушайте, как же красиво. Так не хочется никуда уезжать, а пора. Пора на выход. Так. Еще один попался. Ножка толстая. Ох. Разорвал ногу. Здоровский грибочек. Прыгай в корзиночку, дружок. Вот такие, друзья, шампиньоны-чемпионы. Смотрите, больше. Нет, ровно с ладонь. Обалдеть. Конечно, он уже там переросток и гименофор черный, я уверен, да? Да. Ну, здорово. Есть помоложе тоже. Попадаются перелесковые, но не беру. Ну что, друзья, я думаю, можно подытожить немного наш поход, нашу лесную прогулочку. Грибов по-прежнему в достатке. Невероятно радуют рыжики, конечно же. Они мелкие, и поэтому они трудовые. Ну, сотни две, я думаю, да. Сотни две точно есть. Ну, малышей совсем, но они вкусненькие зато. Слой белых еловых сходит. Подосиновик появляться стал чаще. Подберезовик все так же редко, все так же
ножки червивые, как правило. Что еще у нас было? Попадается мокруха, попадается шампиньон перелесковый, шампиньон лесной, множество валуев, просто поляны не стал снимать, столько же перечных груздей. Лисичка, да, все так же она сошла уже почти, то есть так редкие семейки, но это до конца сезона так и будет, собственно, происходить. Буквально минут 10-15 назад познакомился с прекрасной мопсихой черной, Нюра. Ее звала хозяйка, то есть я начал тоже оглядываться, думаю, где же Нюра и кто такая Нюра. Вот, оглядываюсь, она за мной стоит и весело виляет хвостом. Ну, пообщались с ней, нормально приласкал, облобызала всего и убежала. Камеру не успел выхватить, общался с животным. Вот, так, ну ладно, друзья, в принципе, сейчас я корзинку покажу. Вот, как-то так, несколько взрослых рыжиков взял. Ну, это так, в жареночку пойдет. А что касается белого гриба, то качество все так же хорошее, но червивых, в принципе, побольше стало, чем вот в прошлую поездку, меньше недели назад. Подосиновики все хороши, все замечательно. Рыжики в большей своей части, поскольку они молоденькие, они все крепенькие, классные и не червивые. Ну, как-то так, друзья, я вам желаю таких же корзинок, замечательных грибочков, массу эмоций, позитива. Доброго вам здоровья, хорошего настроения. С вами был корзиноносец Владимир и его верная подруга Корзина. Всего вам доброго, до новых встреч, пока-пока. Ни дождика, ни снега, ни пасмурного ветра. В полночный безоблачный час распахивает небо сверкающие недра для зорких и радостных глаз. Сокровища вселенной мерцают, словно дышат, звенит потихоньку зенит. А есть такие люди, они прекрасно слышат, как звезда звездою говорит. Здравствуй. Здравствуй. Сияешь? Сияю. Который час? 12-й примерно. Там на земле в этот час лучше всего видно нас. А как же дети? Дети спят, наверное. Как хорошо от души спят по ночам малыши. Весело спят, кто в люльке, кто в коляске. Пусть им приснится во сне, как на луне, на луне. Лунный медведь вслух читает сказки. Лунный медведь вслух читает сказки. А тем, кому не спится, открою по секрету один замечательный факт. Вот я считаю звезды, а звездам счета нету, и это действительно так. Смотрите в телескопы и тоже открывайте иные миры и края. Но только надо, чтобы хорошая погода была на планете Земля. Там высоко, высоко,
кто-то пролил молоко, и получилась млечная дорога. А вдоль по ней, между жемчужных полей, месяц плывет, как белая пирога. А на луне, на луне, на голубом валуне умные люди смотрят, глаз не сводят, как над луной, над луной, шар голубой, шар земной. Очень красиво всходит и заходит. Очень красиво всходит и заходит.